Итак, добро пожаловать в мир зомби. Надо отнести какую-то хрень. Ни о чем не спрашивай, просто переведи. Тайный проект. Вот, кстати, тайный проект. Это какое-то дополнительное задание. Видимо, это секретная концовка этой игры. Не альтернативная, а секретная какая-то. Я что-то такое подобное слышал в интернете. Видите, продолжайте помогать. А каким образом помогать, я не знаю. Вот это, может быть, просьба о помощи. Я уже задолбался. Честно говоря, я уже хочу завершить игру. В смысле, пройти, но я не знаю как. Тайный проект какой-то, помогайте. Поговорите с братьями, азарт. Странный шум без води собрания. Продолжайте помогать детям солнцу. Ну, каким образом, я не знаю. Какой-то чувак тут. Просьба о помощи. Ну, это просто... Возьми ты уже это задание, но не принимай. Порой в пригороде может встретить уродов, зомби. Испытание. Круто. А, вот, видите, это какое-то новое. Видимо, новые какие-то препятствия. Не знаю, это что такое. Офигеть, как перейти далеко. Тайный проект. Отслеживается. Собрание. Ну, давайте вот это сначала возьмем задание, потом чуть-чуть поговорим. Чуть-чуть поедем. Продолжайте помогать детям солнца. Сейчас у нас нам по-любому что-нибудь даст задание. Как раз так и было. Когда мы начали отъезжать отсюда, он сказал: «Эй, чувак! А типа задание давай я тебе дам». Блин, я так и не понял, как мины делать все гребаные. У тебя есть что-нибудь? Вот смотрите. Так, а как чертежи? Вот чертежи, вот. Вот оно, все ясно. Чё? Это ж... ни хрена тут всего сколько. Ладно, инвентарь. Все, не буду я вас мучить. Просто приостановил и закупился. Короче, я понял, как с минами поступать. Оказывается, можно было у себя в инвентаре их сделать. А чё так много-то? Там вроде бы написано было 8 штук всего. Охренеть. Подожди. Как назад посмотреть, я забыл. Она взорвалась, нет? А, надо, чтобы кто-то бежал, да? Вон она лежит, по-моему, да. Ой-ой-ой, не надо подходить ко мне. Ладно, давай, погнали отсюда. Может, рванут. Ну, ладно. Это и так круто. 100 мин можно ставить. Я думал, их 8 штук, думаю, блин, как мало, а их 56 теперь в конце-то. Значит, что-то я не очень понимаю, что значит 8x. 8x я по 7 раз купил. Ну, 7 на 8. Подожди. 7 на 8. А, в принципе. Так, ну что, он мне задание не будет давать? Или мне все помогать этим дебилоидам? Ну хорошо, давайте дадим. Возьмем задание, где вот тайный проект, легкое задание. Потому что, мне кажется, это да, что-то секретное. Я уже подобрал какую-то хрень. Что конкретно, что я имею в виду? Я подобрал... расскажу. Залез какой-то грузовик, случайно проезжал. Залез грузовик, а там что-то... Открыл ящик, и там... Сюрприз! Какая-то карточка доступа. Я здесь был уже, но, по-моему, кто-то сюда... Ой-ой-ой, нет! Блин, валим отсюда. Все, хана. Да валим, валим, сейчас эти прибегут быстрее, быстрее машины. А, подожди, я знаю, что это. На, мина рванула, по-моему. Ну, вода все грязнее становится. Так, ну чё, почти... Да ни хрена не почти, половину тут. Задрался я уже сейчас. Я, кстати, сейчас поиграю. Пойду. Куда тут дальше-то, ёпрасоты? Как удобнее, я имею в виду. Блин, дорога вообще ж... Вот это... Меня бесят такие задания. Ну что это такое? Видите, опять что-то цикает. Что такое? Ладно, давайте сейчас мы с ними разберемся. Давай. Да залезь уже, ё.
ёшки. Охренеть их тут. Подожди, а у меня где-то тут коса была. Не коса, подожди, а у меня было, знаете что? Давайте вместо вот этого на секунду поставим, знаете что? Вот. Великолепный меч или что-то такое, не знаю. Это там великолепный что-то там. Охренеть. Ну это бывает. Это мне это ничего сложного. Давай, что ты бегаешь по кругу? Сам себя убил. Не дали это? Смотрите, они прям боятся моего меча. Просто он пополам их рубит. Она сказала, no, please. Фига, она что, живая, что ли? Может быть, им можно как-то помочь? Смотрите, видите? А, эта штука пикала и в тот раз. Вот тут где-то. Фонарик врубай. Вот он, вот такой ящик. Таких ящиков... Не понял. Карточку сначала. Что он делает? Там герб российский написан, нарисован был. Отлично. Винтовка. Король или что там написано. Тут еще взломать можно. Но вот видите, что-то тут пищит. Непонятно. Пищал только что. То есть, по-видимому, может быть, это и есть что-то такое альтернативное. Да залезть уже, блин, гамадрил, чтобы сделать. Кстати, я понял, у меня 32 болта. Это хорошо, но мне хотелось бы и больше. Потому что чем больше болтов, тем лучше. А почему лучше? Потому что в любой непонятной ситуации мы можем починить точилу с вами. Решил батареи, мне казалось, там покупка, ну да ладно. Блин, как же меня задолбало это вот это вот. Туда-сюда, туда-сюда. Вот что это такое вообще? Что это такое? Сколько можно? Уже невозможно, ребят. Невозможно. Я, кстати, повысил себе навык какой-то, вот, уровень вождения. Так, а что, сигналка не нужна. Позволяет детали уровня второго. Усилить корпус, машина станет еще крепче и надежнее. Ну, типа того, что она, наверное, станет реже. Она будет реже ломаться. Я на это очень надеюсь. А что это такое? Следующий. Урон. Без оружия. Одноручное, двуручное, огнестрельное. О, смотрите-ка. А что нам лучше? Я бы, знаете, что? Вот это лучше. Урон плюс 4. А что я раньше не улучшил? Не знаю, еще лучше. Да. И надо будет еще восстановление здоровья, эффект лечения. Выносливость не нужно. Вот огнестрел еще надо потом включить. Надо не знаю. Вообще, где я? Во. Теперь где? А! Хуанхеть. Я такого первый раз вообще. Куда-то вообще через задницу через какую-то метнулся куда-то вообще в другое место. Члендец. Другого слова нет. Так. Подожди, я тут был, это, по-моему. А, это старик и море здесь задание было. По этим картам я не могу. Мне приходится М нажимать. Ну, пожалуйста, жить туда поехал. Сейчас я быстренько последний раз гляну. Так, сейчас едем прямо по большой дороге. Так, прямо по большой дороге. Ну все, едем, чё. Капец. Ладно. Так, это была вода. То есть это не химикаты долбанные. А, кстати, вот эти химикаты, мне кажется, это монстр. Кроме бегуна-прыгуна, вот этого, прыгуна, не бегуна, кроме прыгуна, вот эти вот зеленые твари, все в кислоте, которые, вот кислота сама, она наносит, ну, самый большой урон, мне кажется, в игре за, ну, за единицу, скажем, урон, то есть один удар, то есть один пердеж их наносит, это еще что-то. Да блин, тут на карте нет такой стены. Какой-то пиздос. А, понял, есть. Нам надо попробовать. Или не надо? Надо. Вот, короче, ни одни другие твари не наносят так много урона. Причем этот урон еще и едет с
откатывается, точнее, у вас здоровье. У вас облил кислоты, у вас еще вот улучшается здоровье. Неважно. Вот опять. Вот эта хрень в кислоте, которая. Так. Вот там. Что это такое за ящики, я не знаю. Да что ты делаешь, идиот? Шел отсюда. Ну давай вот это открывай. Да открывай, блин. Я не знаю, что это такое. Давай, давай, давай. Блин, они забрались сюда. Давай, ну что это такое? Мочи, гады. Собирайте подряд. Так, вы свалите. Все, я сейчас, короче, выполняю задание. Блять, сваливай. Где тут моя машина? А, вот она. Блин, рядом с этим здоровяком. А, охренеть, смотрите, он своих даже весь. Ну даю. Это, видимо, какой-то босс военный, по-любому генерал. Жирный такой вообще. Ладно. Смотрите, а у меня что-то... А, это, наверное, горючее расходуется. Красное, я не знаю, что такое. Может, я минус случайно поставил? Слева вот красная полоска какая-то сейчас остановилась. Ну что, скоро я там приеду в этот гребаный... Блин, вообще я не понимаю. Как туда попасть? Ну, пожалуйста, видите, как кислота много урона наносит. Офигеть, это военные настоящие. С полами и шуму навели, блин. Нет, шуму они навели, а на меня... Ой, нет, только не пещера. Да, я... Блин, вот мазохисты-то. Какую игровую область? Блин! Ты ч... Чё за бред? Игровую область. Так, надо поспать сейчас. В игре. Соответственно, блин, я бы свою точилу оборудовал ультрафиолетом. Чтобы ночью не страшно было. Представляете, как это круто? Вы просто... Идиот, открой. А, они тут, видите? Опа. Вот в безопасную зону. Влет в безопасную зону. Открывай, батя пришел. Блин, чё они все перемещаются с одной точки в другую? Привет, чуваки. Congratulations, you made it. С чем я справился? I'd wager you've forgotten about our secret project already, yes? We're just trying to kickstart it. Your mind won't be able to comprehend the grandeur of its concept. And the result will give you a heart attack. Once it's complete, that is. For now, we just need some junk, metal parts, scraps, ездить на ту, and tape. Туда, сесть сюда, nails. Принеси этот Can гвоздь, you принеси remember шуруп. All that? You should take notes. Better yet, use crayons and draw. Oh, also, take that Geiger counter with you, in case of radiation. Don't thank us. Пошел ты. Radiation? What radiation? The army could have left some surprises behind. Fatin, tell him. Relax, Crane. Just listen to the clicks. And come back to us with all that stuff. Я не понял. Соберите недостающие детали, принести... А, у меня есть. You got everything? We might have underestimated you. We certainly didn't overestimate him. I took a look, guys. It's all there. So what's this secret plan of yours? Still secret, sorry. We'll be in touch. You be in touch, Tolga. I'll be too busy working. Да, бляха ты муха. Какого хуанхэ вообще я это делал? Если им нахрен уже ничего не надо. Идиотина, блин. Как поспать? Серьезно. Где тут безопасная зона? Тут нет безопасной зоны, ни хрена. Может здесь? У них тут даже ультрафиолета нет. А время-то уже позднее.
Выход из безопасной зоны. Ну ладно, давайте здесь мы дойдем, попробуем очистить ее. Я не знаю, что с ним делать с этой зоной. Сейчас же прыгуны эти начнут. Попрут. Куда нам? Куда? Подожди. Стоп. А, дальше. Да, дальше. Бегу, это сам. Вот это что? А, ее надо очистить. А хотя тут есть ультрафиолет-то. Просто, видимо, очистить надо. А, это же военные ебаные. Ях, трупа. Ах, нет. Стволы бери, что-нибудь. Фу, я аж обделался. Ну, в смысле, я... What are you afraid of? Давайте пока деритесь. Да блин, Крейн, ты дебилой. А, все, безопасная зона. Ну круто. На лавочке что ли поспать? Инвентарь заполнен. Ладно, вы мне скажите, что делать, чтобы вот это вот продолжать помогать. Тайный проект. Ну ладно, поспим, посмотрим, может я им таким образом дам время немного. А где тут спать-то? Выход из безопасной зоны. А теперь, видимо, снова вход. А, подожди, это выход из безопасной зоны? А как же мне войти-то в нее? А почему здесь небезопасно? Мне кажется, здесь тоже безопасно. Смотрите, сколько там этих набежало. Офигеть. Охренеть. Какой, это же безопасно. А, они не могут почему-то сюда пройти, что ли, или что? Да, смотрите-ка. Тут пиз небольшой. Ну а где кровать-то? Смотрите, раз. Выход из безопасного. А тут вход. Ничего не понимаю. Может, ее тоже надо как-то очистить? Потому что, смотрите, тут тоже ультрафиолет есть. Соответственно, это безопасно. А, вот вход. Выход. Почему выход? Если выход, вот опять вход. Ладно. Давай вздремнем. Сколько тут бутылок? Блин, ну алкаши, а? Смотрите. Вот. На ссаном матрасе.